наши переговоры с моим германским коллег расследовать преступления должны профессионалы и правоохранительные органы, специальные службы этим занимаются. Если говорить о смерти Литвиненко, то, разумеется, об этом все говорят. Следы разбросаны по всей Европе и в интересах всех тех стран, где остались следы полония, следы, ведущие к организаторам возможного отравления, в интересах всех этих стран заниматься расследованием профессионально и без попыток политизировать ту или иную проблему или тем более кивать на ту или иную страну как наиболее уязвимую, что ли, в той или иной ситуации. Was die Veränderungen in Turkmenistan angeht, so kann ich nur hoffen, dass nach dem Tod des Präsidenten Verfahren gefunden werden, in der ein friedlicher Übergang in diesem Lande gewährleistet ist. Ich hoffe, dass die einflussreichen politischen Persönlichkeiten und Gruppierungen es mit der Verantwortung nicht nur für das eigene Land, sondern für die gesamte Region handhaben werden. Damit sie ausfindig gemacht werden können. Nun, das Wichtigste dabei ist, dass diese Art von... В связи с кончиной президента Туркменистана Сапурмурата Ниязова российское руководство направило соболезнования в Ашхабад. Мы рассчитываем, что передача власти пройдет в рамках закона и что будет обеспечена преемственность в наших отношениях и что новое руководство будет действовать на благо граждан Туркменистана, на благо всех жителей страны, на благо развития сотрудничества с Россией и на благо поддержания стабильности в регионе Центральной Азии.